Сегодня городские власти оказывают предпринимателям поддержку по разным направлениям. Те же фермеры, которые уже получили грант на развитие своего бизнеса, могут принять участие и в других инвестиционных программах. Для дальнейшего развития приобрести какое-то оборудование в лизинг, администрация города возместит первый взнос до 1 миллиона по договору лизинга оборудования. Считаем, что будет также дополнительным, да, поддержкой в развитии данного.